Так, сегодня произошло чудо. Я сегодня эндурю с тем человеком, который меня подсадил на эндуро. Сергей из Минска. Он взял у друга Honda 450X. При этом он уже больше года не катал, а может больше даже кукле. Сейчас мы приехали на Молодечный, и я буду показывать ему свои места интересные. Надеюсь, все пройдет хорошо. Но так или нет, это вы увидите в ближайшие минуты. Поехали! Что еще хотел сказать? Как интересно со временем все происходит. Когда-то я был на X200, это я у него купил. Я за ним ехал, он был на рейсере. Я такой думаю, бля, как он едет? И он меня водил там, да, сейчас он приехал ко мне в гости. Ну и понятное дело, что по своим тропам я буду ездить лучше, для него это будет приключение. Так вот меняется время, прикольно. Дай бог, чтобы он не ушел из этого эндуро. Посмотрим. Этой дороге с кочками, с большими ямками, горками. Сейчас Сергей должен подъехать, если он нигде там не упал, и мы узнаем его впечатление. Посмотрим, сколько это займет времени, покуда он приедет. Едет. Подержи. А колесо мы накачали? Какое? Переднее. Так нормально, там давление низкое. У меня тоже, посмотри. Я каждый корень чувствую. Я тоже. Бля, я тут пару раз чуть не это самое. Ну тебя банят своими горочками. Можно так полететь красиво, что вообще. Там справа обрыв, стрёмно. Я не буду пробовать. Что-то мне подсказывает, что я испугаюсь и упаду из-за того, что испугаюсь, а не из-за того, что я... Итак, Honda 450 у меня в руках. Вообще под горку затянуло, как нефиг нафиг.
клево. Она все делает за тебя. Ага. Наверху. Меня за меня тоже. Мощности не хватает. Здесь пофиг, ты даешь, и она тянет тебя вверх. Я вверху думаю, не заеду. Ручку больше, хера, заехал. И завелась, видишь? Больше напруги, когда газуешь, она быстрее заряжается. Так, сейчас Сергей будет пробовать вот эту вот маленькую лайтовую горочку. Те, он боится заезжать. На Хонде просто налегке берутся. Даже когда ты думаешь, что ты не заедешь, вверху ты газу больше даешь, она затягивает. Совсем другое поведение по сравнению с Авантисом. Куда он поехал? Господи, зачем так далеко разгоняться? Ты очень медленно ехал. Надо было просто газу больше, на второй он бы легко заезжает. Слушай, я боюсь. Капец. Ты как бабушка. Такая др-др-др-др-др-др-др. Бля, тут вот вообще даже сидя можно просто газу больше по прямой вверх смотреть. Я думал, ты на ту горку заедешь. Думаю, фига себе, молодец. Он развернулся оттуда. Бля, я никогда не заезжал на такие горки. Ну все, давай нейтралку заводись. Вот этот человек посадил меня на эндуро, посмотрите. Рустик, я боюсь. По первую. Да. Не льется уже. Давай обратно. Давай выговори. Поехали дальше, не буду я. Это плохо закончится. Thank you.
Да. У меня снимает? Да. Надо сфоткаться. У тебя таких фоток полно, у меня нет. А батарейки сколько? Чуть-чуть есть. Чуть-чуть? Я там пипец. Она спружинивает, и ну, надо ловить, короче. Я вообще подлетел там как ненормальный. Я думаю, бля, вот это будет видос. Надо про камеру спросить. Ну, как всегда. Бля. Давай, давай. Становую тягу. Помогай. Старичок. Уже льет. Давай. Давай. Ты даже решился, я думал, он не поедет сюда, выехал сюда. Смотрю, он поехал. Думаю, бля. Ну, подумал, надо уже. А тут вообще, видишь, какие норы. Шалаш нашел там наверху. Ты боишься газу открыть, честное слово. Тут прям... Я потому что знаю, что будет. Что будет? Он будет по песку нормально, а там ступень не выжил, он, блин, запрыгнет. Все. Что вы такой крутой. Давай там где-нибудь тут. Да я вообще в шоке, не было раньше. И дрова. Наверное, дети, скорее всего, понакрывано и такие вот подкопы. Ну я там давал, но блин. Просто там было первое, а переключиться на вторую у меня же времени нету. Съезжаешь на второй сразу перед горкой. Ну так я съехал на первый. Да и на первый можно просто... Просто на руль больше переложить. Ну так это опыт, Руслик. У тебя есть опыт, а у меня нет. Да, в кусты идти, потом еще оттуда его доставать. Там надо тоже ехать, бо я там застрян. Там нельзя скатывать.